Доброго времени суток всем зрителям канала «Правильный выбор». В этом видео я расскажу вам о 7 лучших электрических варочных панелях. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются неплохим спросом и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как всегда, в описании мы оставили ссылки на все варочные панели, представленные в нашем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Вперед! Наш топ я хочу начать с модели WiseGoof HV640B, максимальная потребляемая мощность которой составляет 6000 Вт. Эта варочная панель выполнена из стеклокерамики Vitro Ceramic Glass и включает в себя 4 конфорки, 2 из которых имеют диаметр 165 мм, а другие 2 200 мм. Производитель предусмотрел здесь сенсорную панель управления One Touch, которая быстро реагирует на прикосновение даже холодных и влажных рук. Также предусмотрены 9 уровней мощности, которые позволяют подобрать оптимальную температуру для приготовления. Кроме того, производитель реализовал таймер, рассчитанный на время до 99 минут, который дает возможность запрограммировать время выключения любой конфорки с точностью до минуты. А для большей безопасности есть функция защитного автоотключения и функция блокировки от детей. Также обязательно стоит упомянуть об индикации остаточного тепла, которая сообщает, когда прикасаться к конфорке уже безопасно, опасно, когда еще нет. В конце скажу, что вес панели составляет 8,5 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобство в использовании, симпатичный внешний вид, высокую мощность и отличное качество исполнения в целом. При этом иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива, которые касаются самых разных аспектов данной панели. Но нужно понимать, что подобных отзывов абсолютное меньшинство. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал «Правильный выбор» и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет модель Mountfield EVCE292BK, максимальная потребляемая мощность которой составляет 1800 Вт. Эта варочная панель состоит из ударопрочной стеклокерамики и включает в себя 2 конфорки. Одна конфорка имеет диаметр 165 мм, а вторая 200. При этом одна конфорка может похвастаться мощностью 1200 Вт, тогда как мощность второй достигает 1800. Производитель реализовал здесь сенсорное управление с красной индикацией. При помощи панели управления можно выбрать уровень мощности для каждой конфорки от 0 до 9, выставить таймер от 0 до 99 минут для отключения одной или нескольких конфорок по истечении заданного времени, а также активировать функцию блокировки от детей. Кроме того, не могу не упомянуть об индикации остаточного тепла, которая показывает, какая из варочных зон еще горячая, а также о функции автоматического отключения в случае перегрева, долгого простоя работающей конфорки и попадания в влаги на рабочую зону. В конце обязательно скажу, что вес панели составляет 4,4 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобство в использовании, быстрый нагрев, симпатичный внешний вид, доступную стоимость и высокое качество исполнения в целом. При этом не все владельцы остались довольны удобством управления и остающимися пятнами на поверхности. Но стоит сказать, что такие отзывы встречаются очень нечасто. А что вы думаете об этой панели? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующая электрическая варочная панель, о которой я хочу вам рассказать, носит название Symfer H60D14B000. Ее максимальная потребляемая мощность составляет 1800 Вт. Данная панель состоит из стеклокерамики и оснащена 4 конфорками. 2 конфорки имеют диаметр 140 мм каждая и мощность 1200 Вт, тогда как мощность 2 других диаметром 180 мм составляет 1800 Вт каждая. Также производитель предусмотрел здесь 9 уровней мощности, что позволяет подобрать наиболее подходящую температуру для приготовления. Кроме того, есть индикация остаточного тепла, которая показывает, насколько горячей является поверхность конфорки и можно ли к ней прикасаться. Не могу не упомянуть и о функции автоматического отключения конфорки в случае длительного бездействия. А еще доступна функция блокировки от детей, которая никогда не бывает лишней. В конце обязательно скажу, что вес панели составляет 10 кг.
В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, удобство в использовании, быстрый нагрев и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя периодически все-таки встречаются отзывы с негативной окраской. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель Electrolux EHF96547FK, максимальная потребляемая мощность которой составляет 7100 Вт. Эта панель сделана из стеклокерамики и оснащена четырьмя конфорками диаметром 120, 145, 175 и 210 мм. При этом мощность конфорок равна 800, 1200, 1600 и 2300 Вт соответственно. Данная модель может похвастаться сенсорным управлением Direct Access и наличием одной овальной конфорки Fish Zone, которая предусмотрена специально для рыбоварки. Кроме того, не могу не отметить наличие функции Stop Plus Go, которая позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки и возобновить работу с теми же настройками. А еще производитель предусмотрел поддержку функции Eco Timer, которая экономит электроэнергию, отключая варочную панель и используя ее остаточное тепло для заключительного этапа приготовления. Конечно же, обязательно стоит упомянуть о поддержке функции автоматического отключения, защиты от детей и индикации остаточного тепла. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобство в использовании, симпатичный дизайн, быстрый нагрев, надежность и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива. Узнать стоимость каждой варочной панели, представленной в нашем рейтинге, можно, перейдя по ссылкам, которые мы оставили в описании. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Lex EVH320BL, максимальная потребляемая мощность которой составляет 3000 Вт. Эта варочная панель выполнена из стеклокерамики, оснащена двумя конфорками диаметром 155 и 190 мм. При этом мощность первой конфорки составляет 1200 Вт, в то время как мощность второй равна 1800 Вт. Данная модель может похвастаться функцией блокировки, индикаторами остаточного тепла, комбинированной системой защиты от перегрева и выкипания, а также программируемым таймером автоматического отключения. Кроме того, панель имеет толщину корпуса 40 мм, что позволяет устанавливать ее в тонкие бюджетные столешницы. В конце обязательно скажу, что вес панели составляет 4,5 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают компактный размер, удобство в использовании, симпатичный внешний вид, быстрый нагрев и высокое качество исполнения в целом. При этом периодически все-таки встречаются отзывы с нотками негатива, которые касаются самых разных аспектов устройства. Но стоит сказать, что таких отзывов абсолютное меньшинство, как и в случае с остальными варочными панелями в нашем топе. Предпоследняя варочная панель, о которой я хочу вам рассказать, называется Hansa BHC36106. Ее максимальная потребляемая мощность составляет 3000 Вт. Эта модель выполнена из стеклокерамики и оснащена двумя конфорками диаметром 146 и 180 мм. Производитель реализовал здесь сенсорную панель управления, которая позволяет выбрать мощность нагрева, задать время приготовления или включить блокировку от детей. Также производитель предусмотрел функцию автоматического закипания, которое хорошо подходит для приготовления блюд, которые сначала требуется быстро довести до закипания, а потом равномерно тушить или жарить еще какое-то время. Эта функция автоматически понижает температуру зоны нагрева по прошествии заданного времени, нужного для закипания. Конечно же, не могу не отметить технологию нагрева Highlight, которая обеспечивает нагрев варочной зоны за 10 секунд. А в конце обязательно скажу, что вес панели составляет 4,26 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, быстрый нагрев, удобство в использовании, компактный размер и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива.
А завершает наш топ-7 лучших электрических варочных панелей модель Weisgauf HV32B, максимальная потребляемая мощность которой составляет 3000 Вт. Эта панель выполнена из стеклокерамики Vitrokeramic Glass и включает в себя две конфорки диаметром 140 и 175 мм. При этом мощность первой конфорки составляет 1200 Вт, тогда как мощность второй равна 1800. Производитель реализовал здесь сенсорную панель управления One Touch и предусмотрел 9 уровней мощности, которые позволяют задать оптимальную температуру приготовления. Кроме того, не могу не отметить наличие таймера, который рассчитан на время до 99 минут, и функцию защитного автоматического отключения. Также производитель предусмотрел функцию блокировки от детей и индикацию остаточного тепла. В конце обязательно скажу, что вес данной панели составляет 4,3 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный внешний вид, удобство в использовании, быстрый нагрев и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя отзывы с негативной окраской периодически все-таки встречаются. Огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылки на все варочные панели, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Если наш ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропускать выход наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!